Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Lost Planet. Я что-то тут, блин, затупил, короче, не знаю, что делать. Куда-то нужно лететь. Но меня тут все бьют. Я такой модный. Не знаю, куда лететь. Короче, вверх такое, как... Ага, вроде как. Тут у меня все бьют, стреляют, такие все меткие, прям жопа. Кать, что такое? Так, спокойно. Командир Айзенберг, незваные гости обнаружены в системе Фронтир и на поле перед орбитальным подъемником. Система Фронтир была отключена. Да. А, это этот. Я знаю. Разберись с этой мелочью и запусти систему снова. Да, сэр. А как насчет второго нарушителя? С этим я разберусь. Займитесь пока восстановлением системы. Да, сэр. Второй раз он вмешивается в мои планы. Эти игры мне надоели. Что ты делаешь? Ты его не поймаешь. Поздно. Я же не могу тут сидеть, сложа руки. Рик, готовь трейлер для встречи Вейна. Будь наготове. Ладно. Только без глупостей. Не волнуйся. Один раз я предупреждал. Занимайся своими делами, или будут последствия. Теперь я говорю всерьез. Мне надоело тратить на тебя время. Так, что делать? Бить. Да? Его бить? А как его бить? У меня не работает ничего. Где я? Оу! Фига себе. Я так-то уже жизни, если что, нету. А чё у него хпшка не сносится? Блядь, у него хпшка не сносится, падла. Чего у него хпшка-то не сносится? Сука, где ты? Хпшка не сходится, я не знаю.
У него реально хпшка не слышится. Я не знаю, как его бить. А у него хпшка не сносится, алло. Как его бить-то? Где он? У него в реале хпшка не сносится. Все, у меня пиздец. Я только не понял, почему у него хпшка не сносится, не пойму. Как, что нужно сделать, чтобы у него хпшка сносилась? У него хпшка не сносится. Я он. Ух ты, вот это рубанул. Блин, хер так попадешь. Попал. Эта херня не относит урона вообще. Ты сука. У него не всегда урон наносится. Как его бить-то, не пойму. Все, опять, я не пойму, как его бить просто, вообще не пойму. Я вроде его бью, но ему урон не наносится. Мне-то наносится, а ему-то не наносится. Отлично. Немножко рубанул, смотри. Еще немножко. Половину хпшки мне снял сразу же. Ай, блин, сука. Снял просто, падла. Thank you.
Что это он делает? Да не, не, я не завалю. Я его не завалю, там еще ракеты ему помогают, эта херень помогает. Тут урон мне нанес, смотри. Хотя точно так же. В упор долбанул это. Ну вот, почему не наносится? Где он? Все, пизда. Я не пойму, как его бить. Почему ему урон не наносится? Я его бью, но урон не наносится. Ни хрена вообще. Сука, там еще ракетами денет. Смотри, пол хпшки уже нету. Просто за раз. Чара. Все убил. Я вообще как его бить-то? Почему? Почему мне пол хпшки сносится за один удар? Где ты ему не сношу за... Опять пол хпшки у меня нет. Сука, надо просто от ракет его уходить, и все. Потому что это самое жесткое, что у него есть. Происходит. Сука, попал ракетами, падла в меня. Блин, они лазеры эти не... Они, я думал, они стреляют по прямой. Они не стреляют по прямой. Они, сука, стреляют за мной. Короче, две кнопки правая, правую и левую зажимаешь, короче, ебашишь его. Только так. Это самый мощный удар получается. Попал. Ух ты, блядь, откуда ракеты? Блять, откуда ракеты-то летят? Что ли это этой хуйни? Ага, попал.
сука, тварь, ты сейчас меня отхватишь, блядь. Пидорасина. Кто? Кто кого? Я выиграл! У меня тоже 0 хпшки было. Вообще жесть просто. А, у них тоже... В смысле, тут были жетоны? От... Где? Вот это жесть была, не миссия. Фу, блин, какая-то жесткая реальная миссия. Ему, блин, урон просто... Там нужно, короче, когда он рукой вот это машет... Ладно, все, тихо. Вейн! Джо! Что это за взрыв? Просто петарды. Я вошел в систему. Вот теперь-то повеселимся. Ты там в порядке? Все отлично. Буду на связи. Вейн, Вейн, ответь! Я здесь! Что-то не так? Я никак не могла тебя дозваться. С тобой все в порядке? Да. Извини, что заставил поволноваться. Ты уверен? Ничего необычного? Нет. Хорошо. Вейн, Вейн, ответь! Да. Да, я слышу. Кто это? Это Джо. Я остановил систему. Мы это сделали! Отлично. Скоро увидимся. До встречи. Кто такой Джо? Это может случиться опять. Ты потеряешь память. Вейн, что нехорошо? Гармонизатор? Что-то не так? Он не стабилизируется. Я скоро буду у тебя. Держись! У меня мало времени. Будь на связи. Я почти на месте. Ты же меня еще помнишь? Да. Помню. Вейн? Вейн! Еще чуть-чуть. Пожалуйста. Только не так. Нельзя, чтобы все кончилось. Так! Ты! Ты! Я больше не хочу никого терять! Вейн! Ты... Я должен тебя убить. Чтобы с этим покончить. Прошел год, как все это случилось. Я решила начать с того, на чем остановился Юрий.
Помимо приспособления для гармонизатора, Юрий оставил нам ценные данные, связанные с потеплением климата планеты. С помощью Рика я проанализировала данные и поняла, к чему стремился Юрий. Сегодня первый шаг к этой мечте. Здесь все в порядке. А что у тебя? Все в норме. Начинаем. Отлично. Похоже, они синхронизованы. Ага. Надеюсь, сработает. Погода благоприятная. Что? Что это? Что происходит? Лука, это чудо! Ты видишь? Так да? Сразу. Потрясающе! Я проверю еще одно место. Теперь я вижу мечту Юрия. Это совсем небольшое начало, но важен первый шаг. Жаль, он не может увидеть это вместе с нами. Как рождается плод его стремлений. Вейн, жаль, что и ты не можешь это увидеть. Удивительно. Как чудесно. Я чувствую тепло. Ты все это сделала сама? Извините. Я никогда не думал, что увижу тут землю или траву. Ты? Я? Даже не знаю, что сказать. Прошу прощения, это невежливо. Меня зовут Лука. Приятно познакомиться. Короче, наш паренек-то опять амнезировался, получается, да? Да, прошли. Прошли игру, конечно. Последний бой, в принципе, несложный. Там нужно просто понять, как его бить и когда. Именно в тот момент нужно бить, когда он вот эту пушку он вытаскивает и такой рукой, типа, она тебя показывает, чтобы, типа, выстрелить. Вот это когда он рукой делает, нужно в этот момент его ударить, чтобы пушка не успела выстрелить. Вот тогда вообще просто ее можно всухую даже сделать. И главное от ракет уворачиваться. В принципе, так нормально. Не, игрушка классная, мне очень сильно понравилась игра. Довольно-таки охренительно все сделано. И не сказал бы, что она, как там говорили, однообразная, там или что там, уровни, все дела. Ну, блин, как-то даже если и однообразность есть в уровнях, то вот это разбавляет вся вот эта боевка, экшен, вот этот вот спецэффекты, вот это все. Оно все очень красиво смотрится. Довольно. Не знаю, игрушка на 5 баллов, реально на 5 баллов. Есть такие главари, конечно, пожесткие, такие как вот этот гребаный танк, с которым с третьего раза я, кажется, завалил. Блин, ну нормально, нормально. И анимация персонажей классно сделана именно в самой даже игре. Вот когда персонаж бегает, вообще четко все сделано. Ну, сюжетка какая-то, она немножко несостыковочная в некотором плане. Ну да, это в принципе пойдет. А так игра мне очень сильно понравилась, честно. Отвечаю, просто давно, не то что, да вообще давно в такую игрушку классную не играл. А на канале так я вообще не помню, таких классных, чтобы так вот все четко было. Прям вообще. Да, последний робот, конечно, прикольный, но он, блин, что-то это, только ближний бой у него сделали. По большей части у него клинки. Там есть какой-то лазер, он стреляет вроде лазером, но он что-то урона вообще никакого не носит. Вот этот какой-то
клинок то, что он запускает, тоже ни хрена урона не наносит. Вот это самое полезное, это когда две кнопки зажимаешь одновременно. И получается второй удар у него рукой. Задержка, конечно, немножко есть. Но урон наносит нормально. Так что, отлично, отлично. Мне понравилась, игрушка очень классная. Прям с удовольствием ее прошел. Конечно, я не знаю насчет вот этих монеток. Надо они или не нужны, но искать их как-то не это. Не моя задача. Наталья Баулина. Russian League. Что там было написано? Russian чего? Что-то там Russian было написано. Наташка была, Баулина. Звуковое сопровождение тоже здесь классно сделано. Все, снег вообще четко прорисован. Красиво. И на персонажа красиво смотрится. И вообще снегопад здесь классно смотрится. Криды, так это вообще, когда они начинают тут бушевать, так это просто жопа. Нормас, нормас. Игрушка реально стоящая. 2007 год, кажется, да? 2007 год, реально игрушка стоящая. Реально стоящая. Просто без Б. Таких бы вообще, в принципе, побольше бигрух. Ну, чтобы не именно прям таких, а именно вот так сделанных, так качественно. Блин, было бы намного лучше. Там бета-тестеров, он сколько было? Там человек, наверное, сколько? 16? Или там 8, 10, 5, 6, 12 или сколько там их? Вот нормально, молодцы пацаны. Красавцы. Да-да-да, сейчас, блядь, как всегда. Вы же в курсе. И? Все получается, прошел. Прошли мы с вами игрушку, ребятки. Я так понимаю, эти монетки ни к чему не привели, потому что ничего не показывают. Тут можно на результаты кампании посмотреть, вот, типа, по заданиям, какие я монетки насобирал, на каком. Я на среднем, получается, проходил, да? Или что? А экстрим был закрытый, да. 11 заданий, на 11 задании вообще ничего, ни одной, на 10 тоже ни одной не взял. Хотя тут вот тоже одна, короче. Так что вот такие вот дела, ребятушки. Вот такая игрушка под названием Lost Planet Extreme Condition. Отличная игрушка, всем советую, если кто не играл, просто хотя бы пройти, ну, в принципе пройти, очень довольно интересно. И почувствовать вот это управление, все вот эту вот плавность экшеновскую. Ну, короче, нужно не смотреть, нужно проходить. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте. Всем до встречи в следующей игрушечке и всем пока!